Ну вот Марвук, ну когда я вот его начал звать. Сходил в туалет? Да, сходил, я ему не мешал. Выноси все эти коробки с картофелем туда в огород. Я, может, что-то прикопаю, а что тут выкинем туда в крайнем случае. Дотащишь, не тяжело тебе, сынок? Емиль, две в тот огород, две в тот огород. Сходил он в туалет, пописал, попил молока, поел, голоден был. Я знаю, у нас тут мухи в синях, потому что здесь есть ведро, которое в туалет ходить помойное. Мы меняем ведра. У нас туалета нет, мы в ведра ходим. Кошку вынесли в сени, потому что спать не давала. Котята визжат и визжат. Знаешь, кто тебя так? Невозможно тоже. Расскажи. Емиль, задел бы там теперь под низом калитку, как что-то такое. Я знаю. Транспортерную ленту бы желательно найти. Может, хоть какой-то шифер или что-то поставить. Черныш мыть меня не надо, ты стандарт. Черныш твой, если жив, останется, чудо будет. Я знаю, у него сильно там все разгрызано. Все разгрызано, лапа. У него бок даже где живот. Все да, раз... все прогрызено. Он пострадал. И ты его случайно увидел, Эмиль? Да. Он даже не пискнул. Он не пискнул даже. Он сидел, мыл свои кукоси. Получается, ну-ка, он больше... Ну-ка, свитамина, режим. Как обычно, он больше пострадал. Всегда молчит. Он больше. Он ласковый себе такой, а? Скорее, я перепугалась. Черныш, мы думали, все, ты готов. Тебя больше уже не увидим. Как же ты так пострадал? Будем поднимать на ноги. Ты думаешь, мы сможем да, его поднять? Да, подниму. Он, видишь, как парализованный, Эмиль. Угу. Он не может двигаться. Разбирай ему тут все. Обувь старая, если куда-то я что-то знаю, мешает. Убери все. Тут постели. Постели. Поднимем, поднимем. Не переживай. Ой. Ну-ка, дай посвету. Мухи замучают. Ладно, разбирай. Будем сейчас. Сейчас я велю, что все тут. Две коробки в тот огород, а две в тот. Я не смогу все. Тебе так тяжело, Эмилюш. А, нет, я просто одну уже туда отнес. Не надо, не уграбляйся. Сейчас, Черныш, тут Эмиль все разберет, и мы тебе тут постелим. Как-нибудь уж. Не знаю я. Вроде бы поел. Попил молока, поел. Ой, ладно. Пока осторожи, чтобы он... Не наступи ему на лапты. Не наступит. Мам, чуть-чуть. Отойди. А эти две коробки в тот огород, Эмиль? Может, хоть как-то прикопаю. А тут сейчас Эмиль разберет, тут доски, вот это все. Кирпичи тут какие-то, это... Стройматериалы туда это там какие-то эти вынесет. Чё, Черныш, там сильно, да? Страсть могучая. Тут сейчас не видно, но там разгрызно. Разгрызно все. Все суставы, наверное, перегрызны. Ой, Господи, как же ты 4 дня-то без еды-то, а? Где ты был хоть? Ты-то все это, не падай в обморок, ничего. Это... Так... Смотри, его не прибил. А ты торопишься, может, все сразу захватнул-то. Тихо. Мне что-то мешает. Подожди, я сейчас открою. Опа. Потом замести тут все. Майку бы мне вынесла, вынеси майку. Зачем тебе майку-то? Одеть мне, чтобы не пачкаться. А, тебе, чтобы не пачкаться, сейчас. Сейчас. Снимай все, сейчас будешь выкладывать его, прямо сейчас. Ой, да что там выкладывать-то? Прямо сейчас буду выкладывать. Майка, где майка? Все сделаю, чтобы тебя поднять. Ты
Ты так сделай, не раскрывай тоже. Ой, ну прости, я тоже волнуюсь. Что ты сделал, чтобы его поднять? Что ты все ты сделал? Что ты сделал? Во-первых, обезболивающие какие-то надо у него. Давай, успокойся. Я знаю, у него гной идет. Где? В ноге. Надо перебинтовывать что-то или такое делать. Да, ты что, за ним тоже как за человеком. А где ты возьмешь какие обезболивающие-то? Что ты заносишь? Надо что-нибудь. Ну, йодом столько. Он вон зализывает раны и все. Урежи, вон морда была вся разгрызана. Морда, ты это лучше морда. Заделай там дырку. Морда, это морда, а у него лапы, это ноги. Я знаю. Заделай, дай мне сейчас разобрать. Хорошо. Тоже мне это не указывай. И что же так собаки тут повадились? Это невыносимо. Если бы не эта дырка, они тут и не ходили. Эти коробки вышвырни, в мусорку это что? Тихонько выходи, не знаю, это раздавите его еще больше. Зализывает раны. У него все лапы перегрызли. Плюс живот. Там его за бок грызли, как не знаю за что. Ну он поел, попил. Кое-как. Да, он прям... Ты представляешь, он с такой лапой кое-как забрал сюда в лоток, сходил в лоток. В туалет. И он откуда-то шел. Потому что я его позвал, когда увидел, позвал, он за муруйком. Собаки налетают, наверное. Да. А? Собаки налетают. Да. Собаки, да. Либо где-то гулять, наверное, ходил где-то с кошками. И нагулял, наверное. Сидит теперь. Но гулял так, что все у него это все перегрызно. Мрыкнул, он потому что шел, он значит шел откуда-то. Ну гулялся вдолго. А это туда, в пакет старой шторки, они еще пригодятся. Ладно, пойду я, что тут? Разбирайся тут, спили ему. Может, ты это Режину там куда переместить или как? Спросил Вади. Ей тут мешает она, может быть. Есть стиральная машинка, куда удобнее поставить? Сюда вот может быть? Нет, как она тут стоит, и так и стоит. Сюда черныша будет помещать. И лоток тоже поближе к нему. А, это и дойдет, ничего. Это дойдет, да. Свежий золы насыпь лоток. Она меньше пострадала, он больше. Он вообще ой, ходить так не может. О, да, он ходить не может. Она меньше пострадала. Да, тоже пострадал. Не забудь на ночь калитку заделать. Я знаю. Так, ну ладно, всем пока, друзья, вот такие вот обстановки у нас.